Вышли на пробежку. Триатлон парк, BI Group. Триатлон Астана. Парк в Астане. Борис, вперед! Руслан. Всем салам. Бегайте, занимайтесь спортом. Астана. Нурсултан, весь мой. Нурсултан. Погода шикарная, беговая. Самая тема. Да, после дождичка в четверг. На голодный желудок. Вообще классно. А сегодня суббота. После дождичка. Хороший ливень прошел. Да. Вообще замечательно все. Так что всем здоровья. Да. Барсалга. Завтра на марафоне. Ура! Легких ног. Все, давайте. Хорошего дня всем. А ты здесь спектакль? Ну. Так, Максим, короче, хочет продемонстрировать чудеса плавания в режиме. Вода кристально чистая. Ребята, хочу искупаться, окунуться, освежиться. Короче, там то, что у нас проходной вода, это вообще отдыхает по сравнению с режимом. Что, здесь или там? Проходной Гакаса, грязная вода. Здесь, да. Короче, Макея мировой рекорд ходит аппаратами. Мировой рекорд по купанию в грязной воде устанавливает Мадьяр Борис. Зверек. Смотрите, где он купается. Ужас. Реально этот пахнет, прикинь? Ну, на, бисмилля. Раз, два. Ё-моё! Ё-моё! Шикарная вода! Макешкина фирменная, ё-моё! Вода шикарная, ребята! Класса! Астана, привет! Шикарно! Шикардос. Вообще теплая! Улан, братан, да? Пиши! Вода реально теплая! Молоко, да? Да, раз, два. Все, хватай. Все, вырубай. Не, вода вообще. Короче, вот он, Ишим, кроме шуток. Это не бассейн там. Это не постановочная съемка, короче. Ой, классно освежили. И Маке тут лично выходит, да, вот из воды. Вообще шикарно. Красавчик. Да, супер. Рахмет. Барсалгарная вода. Макешкина фирменная. Ё-моё. Вода шикарная, ребята. Класса. Астана, привет. Шикарно. Шикардос. Вообще теплая. Улан, братан, да? Пиши. Вода реально теплая. Молоко, да? Да. Раз, два. Все, хватай. Все, вырубай. Не, вода вообще. Короче, вот он, Ишим, кроме шуток. Это не бассейн там. Это не постановочная съемка, короче. Ой, классно освежили. И Маке тут лично выходит, да, вот из воды. Вообще шикарно. Красавчик. Да, супер. Рахмет. Барсалга. Пробежали 21 километр. Полет нормальный. Вот, бежим. Ербала, Маке. Супер. Все в норме. Погода шикарная, жарко. Погода выше. Речки не хватает искупаться, да, по дороге. Да. Алматики не хватает. Ну есть и шим. Все отлично, спасибо за поддержку. Бежим по мосту, 30 километр. Вот. Это Маке неизменно нашли. Он задает темп. Всем привет. Задает тон. Красавчик. Рахмет. Неунывающий. Да не, Рахмет, брат. По дороге запропагандировали множество людей здоровому образу жизни. И в команде, участие в команде Барыс. Ну, как всегда, вид, конечно, шикарный. Спасибо за поддержку, друзья. Отлично все. По воздуху идем. Роботы. А? А? Роботы везде, говорят. Мама! Лазит дырка, ё-моё. Какие вот дырки? А, щель. У нас солнца выглядит, капец. Вот там не сны. Вообще страшно. Отзеркаливает. А вот, видно? Да. Ужас, ужас, ужас. Че, давай побыстрее выходим отсюда. Мама, да, страшно.
Чувствуешь? Козяк, да? Чувствуешь? Ну, я на тебя смотрю, поиски. Страшно, страшно.